А теперь, внимание, вопрос. На ворота. Оль, вот сегодня позвонила жене Оли. Ой, жене Оли, говорю, жене Глеба. Что ты хотела этим показать? У него есть жена. Почему он смотрит на других девушек? Так как-то восхваляет, радуется. Ты же смотришь на других мужчин? Не обо мне сейчас смотрит. Речь. Мы говорим о Глебе. Не, а тебе? Че, почему ты это делаешь? Для чего я тебе? Просто говорю, Оль, вот неужели он такой вот, мужчина у тебя, да, с натурой такая, что он флиртует. Это называется коллектив. Я Олю поддерживаю, мне жалко по-женски, что она страдает, что она плачет, что ей больно. Если у меня такая натура, Оля, если у меня такая натура, то мы с тобой вообще должны тогда дружить. Потому что твоя натура от моей натуры. Это не об этом. Я не являюсь такой, я не знаю, о чем ты говоришь. У тебя приятное отношение ко мне с самого начала проекта. Так, да, там, кто бы там к тебе как ни относился. Ты иди, именно говори, бросай ее. Она шалеет. Ты в любом случае парень. Что ты орешь? Оля, бешеный. Вы неравновешенный. Вы псих, вы это, вам реально. С головой не в порядке. Ты в любом случае парень, ты в любом случае парень. То, что там я на лобном месте там про нее плохо сказал, я там перед тобой извиняюсь, да, там тебе как мужчине это было слушать неприятно, да, там, то, что там не защитил, как бы, да, там, это твои какие-то личные моменты, но в любом случае, как бы, я с твоей девушкой такие диалоги вести не буду, просто потому что, как бы, ты тоже человек, я все-таки считаю то, что ты попал под влияние вот этой особы, которая, как я бы, личность, я девушка. Жизнь, которая твою жизнь не особо топит.